Остановку. Хотим доехать до пагоды Лонгшор. Наверное, сядем на автобус второй номер. Первый. Вообще надо голубой автобус. Голубой с белой полосой. Они говорят, не останавливается, поэтому надо голосовать. А мы будем издали махать. Вот же остановка. Сели на такой красный автобус. Второй номер. Он дает билеты сразу. Сколько стоит билет? 8 тысяч на человека. 8 тысяч долларов. У них автобусы хорошие, с кондиционером, а кроме нас никого нету. Центр. Здесь есть даже этот Алдо есть. Что же торговый центр здесь? Большой. Как он называется? Что-то я не вижу, как называется. И Сена отель. Самостоятельно. И город посмотреть, да.
вот остановились тут все. Пешеходы проходят, вот видите, главная улица. Все стоят, ждут. На китайском все написано, фонарики. Пагода была построена в 1886 году. Первоначально она украшала гору Трайтхю. Ее первое название Дан Монг Ту переводилось как «медленно летящий дракон». Мы уже все прочитали, что он бесплатный. Да. В 1900 году во время шторма пагода сильно пострадала. Позже храм был восстановлен и перенесен в более безопасное место, в подножье горы, где находится и сейчас здание. Ее переименовали в Лонгшон, что означает «летящий дракон». А где большой Будда? Вон же, вон. А как до него дойти? По ступенькам. Я же читала 100 с чем-то ступенек. А? Hello, you want go motorbike beat Buddha? And you walk up in the Buddha and the 30 minutes motorbike up and there only 5 minutes. Motorbike. Ну, смотрите. Slow. Да, мотоцикл можно отвезти, наверное, отвезти назад. Мы пешком пойдем. Вот. Здесь надо развиваться. А вот по ступенькам снимаю. Все. Нельзя крестиком, видишь? Это женщина. Женщина, наверное, мужчина, наверное, можно. Обувь снимать. А вы что, в обуви пошли? Да, тут вот написано все. Надо перевести.
Кстати, должен здесь Wi-Fi быть. Написано здесь про пагоду. Это как, типа, пещера любви, что ли. Вот, сейчас мы идем. Сейчас штаны потяну. Да. А что такое мокро, что ли, здесь? Что-то разлили. Вот такой величественный храм. Наоборот, делает подношение здесь. Здесь даже пожертвования надо делать. Вон там мандаринки лежат. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, да. Это значит Будда каждый день недели. Какой-то определенный Будда. Будда понедельника, вторника, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье, да? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Каждый день недели что-то означает какой-то. Я вообще-то Будда среды отношусь. Ой, то есть мой покровитель — это Будда среды. В общем, вот так вот. Как-то так. А мои уже спустились туда. Я все еще гуляю здесь. Вот еще такая статуя. Видимо, хранитель Будды. Дальше мы идем во двор. От пагоды можно попасть в храм, к которому ведет большая лестница, состоящая из 144 ступеней. Вот такие ленточки повесили на дерево. Наверное, загадывает желание. Каждый, кто преодолеет эту лестницу пешком, сможет очиститься от своих грехов. Вот они, ступеньки наверх, на Биг Будду. Идти на Биг Будду. Кимтанпан, хат, ту. Вот он, Будда, лежачий. Кстати, вот надо так потереть вот эту локоть и загадать желание. Слышите? Локоть? Да, вот этот локоток потери. Поэтому у него локоток такой черный. Вот. Черный от греховных желаний. Сейчас он проснется. Вот так вот. Все, что? Так быстро? Подожди, я даже не знаю. Не надо? Вот так надо. Подниматься по ступенькам наверх. Вот, смотрите, колокол. Тоже надо постучать и загадать желание. Вот. Вот он, Биг Будда. Большой Будда. Вот он, большой Будда, сидящий в позе лотоса. За небольшое вознаграждение вас приведут к нему, совершат магические ритуалы и отпустят вас во свояси. Также можно воспользоваться услугами байкеров, которые доставят вас на эту высокую площадку. Если вы чувствуете, что у вас душа чистая, можете прокатиться на байке.
Можно сюда зайти внутрь, снять обувь и зайти. Черепаха, а девушка молится. Смотрите, какое интересное растение. И вот такой плод. О, он колючий. А там город Нячанг, как на ладони. Красиво. Ох, как хорошо сморкается. Ох. Пагоду мы посмотрели. Сейчас идем в Лотэ-Мар. Открыли для себя, что можно передвигаться на автобусе. Можно сесть на автобус и поехать в совсем другой район. Там поужинать. В конце поездки что-то для себя открываешь, и уезжать становится жалко. Вот он, Лотэ-Мар. Пришли наконец-то. Здесь сразу автобус останавливается. А, вот оттуда, с той стороны. Хорошо, как красиво. Вот какой огромный Лотэ-Мар. Вот такой район. Там топ-зона какая-то. Смотрите, два блюда по цене одной. Вон там какая-то кафешка. Кофточки мужские 299. А я сегодня в брюках. Там вот супермаркет, наш любимый. Давай зайдем, да? Ну, тут манго, конечно же, дорогое, 62 стоит. Вариант 159. Яблоки 119, тут по 62 яблоки, 62 тысячи яблоки. 62 тысячи, хочешь взять? Какой большой ассортимент у них всего. Вот эти грибочки, смотри, Ната, 19 стоит. 20, 400 тенге, 400 тенге грибочки. Всякие разные грибы. Надо посмотреть здесь эти нори. Орешки здесь есть. А это что такое? А, типа желешек что-то. Желеобрашки. А там рыба. Рыбу не будем смотреть?
А это чипсы всякие. $96 стоит. Мелкая рыбёха. Чипсики всякие. А это грибы тоже. 35. Грибочки. Тыква. Тыква? Которую мы видели. Да. Вот. Что они с ним делают? Интересно, а тут батат есть? А вот здесь готовые блюда есть. Батат. Они уже все сваренные. Ау, это же для красоты, а не красочные. Я думала, так красиво. Вот смотри, это 38, пожалуйста. Ну, есть такие. А вот уже настоящие. Или нет? Вот, пожалуйста. Вот такое. 6,20. Ой, рис. Это рис. 6,20, 4,50. Кукуруза. Кукуруза сколько стоит? 12,50. Кукуруза. Можно вот такое набирать все. 23. 23 стоит. А вот такие большие. 460 дон. Это салатики. Для фото готовить надо. Вот такие блюда всякие есть. По 28, смотри. По 33 всякие вот. Вот такие вот с яичком. Картошка фри. Да, можно 80 стоит. 1600. А тут курочка целая. 56. Ну, все холодно, пока довезем, лучше там покушать. А вот это что, листы нори, что ли, или что это? А нет, это какие-то водоросли. Да, это водоросли. 17. Давай так. Грильгардене они есть. Кушает их просто так. А тут суши-роллы. 900. 45 стоит? 42. 900 тенге. Вот такие, которые ты хотела. Ну, они дешевые совсем, смотри. Алеша, будешь такой? Да, мы все будем. Всем. Всем взять? Всем взять, да. Только надо читать, они разные бывают. Чем? Терияки, бульгоги. А вон как, наверное, у меня тот дорогой. А вот смотри, 19,50. 19,500. Мы взяли пешку. А? Сколько ты взяла? На пятую. Тогда столько это. Ну а что, плохо что ли? А эти что? Тележка есть. А эти? Давай с тунцом тоже пятую возьмем. Ага. А вот смотри. Это что тут? А, это 79. Пакета нету? Может, здесь есть одноразовые пакеты? Сколько у нас? 30 стоит. Это как она называется? 30 стоит. А это что такое?
Свеча. Вот такие. 19. 19, что ли, они стоят? Сколько они стоят? Салат. 20 стоит. Что ты там? 17 стоит. Да, она с это, сосиской. С манго есть. А с чем она? А вот это вот где взяли? Это вы взяли? Да. Сколько стоит такое? А? Пойду посмотрю. По 20. Типа снеков, что ли? Снеки. Ну, возьму тоже, попробую. А вот эти штуки? Непонятно, что это. Как же я люблю шопинг, ребята. Тут хлеб. Хлеб нам не нужен. В принципе, нам... нужен пакетик. Короче, там выпечки сколько много. Потом мы взяли, что еще, вот такие, которые вот в Таиланде продают. Вот смотрите, вкусняшки такие. Вот такие вот, смотрите, мини-бургеры. Есть вот еще вот нори. Листой нори. Два берешь, одно подарок вроде бы. А здесь еще есть лапша быстрого приготовления. Она вообще стоит 5400. Вы взяли? Какую? 8900 здесь. Вот такая 6700. Ой, уже не знаю, брать, не брать уже. Вообще. Это вообще дешевая 5400. Возьму две штуки для пробы. Ой. Вот такие чипсики, смотрите. Дала попробовать девушкам. Вот такие снеки. Там ждать. Хорошо. Вот также миок здесь продают. Смотрите, вот этот маленький. Ну, я миок уже взяла по 29. Вот такой по 63. Вот эти вот листы нори опять по 26. Вот такие морские водоросли. Вот, посмотрите. По 36. Вот еще листы нори по 26 600, по 29 600. Тут короче три штуки, я не знаю, два берешь, один подарок. И вот такая 16 900 стоит. Это 16 900. Сколько хочешь нори, вообще, куча всякого. Смотрите, по 29 900, точно такая же. Так, это уже подороже, по 90. По 90 такие. О, это слишком большая пачка. Тут сколько штук? 8. 16 штук тогда. 16 штук. 90. Вот такие по 23 500. Не помню. Вот это 23 500. А вот делать роллы, по-моему, да? Ух! Вот они. Это по 26. Это
кстати, 5 штук здесь. Наверное, возьму. 26. 520 получается. 521. Возьму 3 штуки. Нет, а вот это по 21 500, скидка на нее идет. 5 штук. Вот это мне нравится. Вот здесь 1 грамм. А вот здесь это тоже 10 грамм. А вот тут по 29, здесь 20 грамм. 20 грамм. О! 29. Короче, а вот это что такое? Это 45. А, вот это и есть водоросли. По 45. Ну, тут всякая, опять мука всякая, смотрите, которая желтые ценники, это значит, идет со скидкой они. Ну, такой я не вижу, который у нас продается-то. А тут есть соя корейская, смотрите. Здесь по 34, вот. Это по 79, это по 50. А вот это что такое? Непонятно. Вот этот интересный. Нормально, ненормально. 34, это получается 68. 700 тенге получается. Но она, блин, такая тяжелая. Не, я не буду брать, не хочу. Ну вот соя. Так что вот можно приезжать на автобусе сюда. На двойке мы приехали. Да. Это молочка. А тут сыры всякие продают. Президент даже есть. 118. Это большая. 73. Маленькая. 73 400. 1400 получается на наши деньги. Напиточки 42. Охота что-то попить. Надо взять какой-нибудь напиток. Холодненький напиток, йогурты всякие. Вот всего 5600. Посмотрите. Всего 5600. 4 штуки. Да? Но она жидкая совсем, что-то непонятно. Вот такое молочко. Смотрите, вот этот все полностью стоит 35 тысяч. Ну а тут продают мороженое вот по 9,20. Надо взять какое-нибудь мороженка. Вот такое, по 14. 3 штуки надо взять. Покушать сейчас. Все, хватит на этом. Давайте мороженое поедим, я взяла мороженое. Мороженое взяла, поедим мороженое. Ну да, держи. Спасибо. Да. Мне не хватило денег, и мне пришлось... Карточкой? Нет. Что? У меня же карта нет, чтобы... Ну... Садись. А по телефону нельзя же.
автобус мы не дождались. Автобусы, по-моему, у них ходят до 6, да? Или до 6:30. Короче, поймали такси. Договорились за 60. Домик. Все, едем в отель. Пришли мы ужинать в такую кафешку. Вот Слава что взял. И совсем недорого. Сколько она? 45 стоит, да? Это Леша взял. А мы с Надкой не хотим кушать. Я взяла вообще-то вот такое. Вот и Марти. Я хочу очень пить сильно. Заказали смузи. И вот этот я съем. Вот такой треугольничек. Такие я ела в Таиланде. И на ужин я себе брала один такой. Мне вполне хватало на ужин. Сейчас возьму себе смузи, и у меня будет такой ужин. Слава еще взял пиво. У них такой смузи прям густой, смотрите. Видите, я взяла с манго, Леша взял с папайи, Ната взяла с дурианом. Ты с дурианом взяла? С дурианом. Че? Дай понюхай. Нормально пахнет дурианом. И что, как на вкус? Я попробую. Дай попробую. Попали конфеты дурианом. Попали конфеты с дурианом. До сих пор помню вкус. И что, то же самое? Да. Не, ничего, можно пить. Залпом надо выпить.